начала бахать, очень сильно, потом окно открылось, и начали стекла отлетать. Ну то мы вышли, коли стекла полетіли, и мы вышли. Вас начали вещи спасать, документы сразу забрали. Там, где не горело, туда и бросали на кучу. У нас крыша пострадала очень сильно, и все. А так внутри божеское, терпимо. Ну, жить-то, конечно, не, а... Ну, тут в летней кухне, будем в летней кухне. А так другого выхода не мало.